Ребята, всем привет. Смотрите, появилось очень срочное предложение квартиры, которая снята с брони. По 65 тысяч за квадратный метр. В районе 2 миллионов у кого есть под инвестиции, именно в тот проект, в который я захожу. Вот, успейте приобрести, потому что эти квартиры сразу после того, как я опубликовал предложение, так сказать, по инвестициям были забронированы, одна из них продана, вот одна слетела с брони. Не знаю, что там случилось. В общем, смотрите, дом с документами, оформление сразу, со статусом жилое помещение, квартира на первом этаже, 28,6 квадратных метров, это вместе с учетом балкона. Все централизованные коммуникации, доплата за газ там есть, но в суммарной стоимости что-то в районе 2 миллионов получается. Срочное предложение, только сейчас вот прям буквально поступила мне информация, что она слетела с брони, и пока она в броне под моим будущим покупателем. Поэтому будущий покупатель, будущий инвестор, если ты хочешь заработать минимум 20 тысяч с квадратного метра, а цена действительно в этом месте привлекательная, то есть однозначно 20 тысяч за квадрат, несмотря на то, что это первый этаж, можно будет запросто заработать. Пиши, звони, успей забронировать 50 тысяч рублей, и в течение недели у вас есть возможность снять, прилететь, обналичить все эти деньги и так далее. В общем, у кого-то, можно сказать, последний шанс. У меня были два клиента, которые хотели приобрести, именно успеть вот эти на первом этаже квартиры, потому что самый минимальный бюджет, да, но, к сожалению, они были уже потом забронированы, но у других людей уже, видите, какие-то ситуации изменились, может быть, что-то купили, может быть, передумали, может быть, зашли в какой-то другой проект и так далее. В общем, у кого есть 2 миллиона рублей, кто хочет заработать без рисков, потому что вы сразу оформите жилое помещение на себя, право собственности у вас, но это не подходит не резидентам Российской Федерации, только гражданам Российской Федерации, потому что там доля земельного участка идет. 10 минут на машине до моря, то есть видео я вам пришлю на WhatsApp, пишите, звоните, кто успеет, информация срочная. Всем пока, всем удачи.